Всем привет, ребята, это я, Вол, и сегодня мы с вами снова продолжаем играть в Call of Duty Mobile. Сегодня у нас будет снова королевская битва, поэтому давайте мы начинаем. И что ж, вот мы, вот, которые мы сейчас, в общем-то, тут будем что-то иметь. Вот я, в общем-то, а вот мои союзники в центре. У нас три одинаковых спецназа по 5. Так, ну что ж, давайте вот что мы начнем. Так, так. Еще ж, давайте вот что прыгаем. У-ху! Так, еще ж, мы его что сейчас летим. Куда он приземлился, ребята? Ну, помните, как бы что мы на прошлой карте вот что тут летели. И, в общем-то, вот тут вот где-то должна быть вышка. Помните? Кто помнит, нет, напишите комментарии. Так, а в общем-то, так. Ага, вот она. Вот, я вспомнил. Так, вот тут вот еще мой союзник, я уверен, что тут мы должны хотя бы что-то найти. К-47, знаю, и в общем-то, дробовик, снайперскую винтовку или что-то ведь того. Так, так, давайте, в общем-то, идем. Так, вот сундук, и что у нас тут? О, это сильная пушка, вау, тут суть патронов, так. О, да, Калашникова, то, что надо. Давайте, вот так вот. О, и аптечка, класс. Так, так, давай пойдем на второй этаж. Так, и тут должна быть еще какая-то пушка. Я, что здесь нет? Стойте. Что, серьезно? Ну ладно, фиксим, пойдемте. Сегодня я хотел что-то погонять на машине вместе с ребятами. Не знаю, получится у меня выиграть, потому что тут да вообще дофига времени я провожу и мало выигрываю. Не знаю, если вы профиль или знаете, как хорошо воевать, напишите в комментариях и поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так, ну что ж. Ну я в принципе уверен, так, что так, у меня аптечка есть, так, мои союзы так уже за рулем, как вы можете видеть. Значит, есть способность один, в общем, у меня вообще-то аптечка у кого-то, квадра у кого-то, то есть одежда от зомби, у другого что-то не за. Это, в общем-то, очень дрон, который всех сканирует. А и вот, в общем-то, не знаю я даже что еще. Ладно, так. Так, тут, в общем-то, я пистолет автомат, но это я не возьму. Ну так, давайте, безопасная зона уменьшается через одну минуту. Давайте мы должны успеть. Давайте, если у меня в К-47 закончится патрон, то у меня есть еще одна пулемет, который уже там сотни патрон. Так. Так, так, вот тут вот чуваки вообще где-то тут должен быть ихняя тачка. Так. А, вот, нифига себе у них машина. Так. Так, развиваемся, глоток. Вообще, ты чем-то это возьму. Как он врезался? Так, тут какой-то красный есть. Так, ракету возьму, если найду базуку. Так, а вот он ты, мазафакин, так, вот. Так, вот, патроны, даже защитная нагрудь, все, я беру гранату еще. Все, так, так, все, давайте мы что-то сразу зарядим, в общем-то, К-47, так. Прицел, не знаю, чего, ладно, потом. Так, так, и... Давайте проедемся. Класс. Оля. Ни хрена себе, какая тачена. Мега крутая. Кстати, а у нее полный привод. Все четыре колеса крутятся. Так. Так, да. Ну, так, давайте посигналим, как в прошлой серии. Вот, так. В прошлой серии я вот что был с одним союзником, а теперь целых три. Все, мы в команде четверо. Давай ты быстрее, союзник, быстрее. Так, все, вот, так, давай. Все, задний ход, и все, давайте валим отсюда, валим. Так, ну что ж, сейчас мы должны приехать в безопасную зону, так, так. Да вот так вот, блин, а. Так, и что ж, давайте мы сейчас тут на сцене найти вечный вертолет, не знаю, в этой серии может получиться, но что тут нет машины с пулемета и танка, в этой серии походу не будет, но если мы проиграем, я не знаю, напишите комментарий, в общем, там мы проиграем или выйдем, ну я сам не знаю. Так, и черт, ой, блин, вот я мастер. Так,
кстати, я, знаете, вообще-то по этой карте я видел уже. Уже если мы перейдем мост и свернем направо, то если мы будем ехать, то там мы можем, что мы увидеть вертолет. Не знаю, я практически не помню, но все так, ой, блин, нас шатает, к черту. Так вот, это, ну, так, давайте направо. Я уверен, что я вспомню, вот так, так, не, где-то не тут вертолет, ладно, давайте. Не, все так, вот, вот он вертолет, быстрый вертолет. Так, тормозим. Вуаля, крутой, так. Что ж, давайте побежали за союзниками. Так. Так, и... у нас тут, мне кажется, или тут есть красные, ну не знаю. Давайте вот так, так, он красного убил, есть. Так, давайте он садится, хопа, есть. Давайте полетели, полетели. Так, давайте еще, что-то так. Давайте его поднесем вот так вот. Так, так, он сейчас будет сражаться с красным. Так, 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 вообще, считаю, так, вот будет синим, так. Все, теперь мы должны свалить отсюда. Так, давайте, давайте. Синий, быстрей. Три, давайте, давай. Так. Так, у него вообще-то что-то, он ползомби. Так. Давай быстрее, быстрее. Все, давайте. Давайте сейчас, в общем, да я знаю, куда мы отправимся, в порт. Там, в общем, там. Там, в общем, мы должны, в общем-то, сейчас. Так, машина красных. Вот она. Так, и вот, мы должны вообще так. Я уверен, что тут сбросили груз. Да, вон он, гляньте. Все. Давайте мы рядом с ним. Сейчас мы зададим. И посмотрим, что там есть. Я уверен, что там будет базука с ракетами. Так. И все. Давайте спускаемся. Все спускаемся, есть два. Так, мы вылетаем с вертолета. Так и. Да, базука! Так, я вот эту пушку тогда нафиг выберу. Так. Все, базука. Так, я вообще вообще. Да, это возьму. Так, так и так это мобиль, так тут ничего нет. А красная, ага, давай, дубина. Так, все, так, заряжаем К-47. Есть. Так, я возьму его нагрудник. Так, класс, он тут и тут дофига патронов для калашникова. Да. Так, ну все, я для автомата уже все закупил. Так. Осталось. Не знаю даже что. Ладно, так, значит, зона подходит к концу какая-то, не знаю. Так, вон еще красный есть. Все, мы его грохнули. Так, и есть, так. Еще патрон. Ну, ах да, у меня уже пол тысячи патронов. Так, ну ладно, так, давайте садимся в вертолет. Так, давайте, так, союзникам, давай. Так, ну я еще сейчас мы должны что залететь на корабль. Не знаю, Юрет, так, ну что ж, давайте так и. Давайте залетим на корабль. Я думаю, что тут. Так, смотрите, тут какая-то броня, давайте мы сейчас ее подберем. Так, красный. А знаете, хотите лайфхак, ребята, посмотрите. Вот я вся. Я забил красного. Вуаля. Так, Смотрите-ка броня это и пойдем так. Это на что? Второй уровень сотни. Так, это мне не нужно вся. У меня крутая броня. Так, гранат возьму еще с цепки, чтобы бы полечить. Так. Странно, странно. Куда тут идти? Ребят. Не знаю, так. Кстати, у меня есть гений. В общем-то, птичка. Мы можем сейчас это сделать. Так. Давайте. Так, все, у меня, в общем-то, пошла регенерация, все. Так, ну и все, готово. Так,
Вот они, ну так. Да, 100%. О, смотрите, ракеты для базуки, так. Так, для калашникова у меня уже есть, так возьму еще гранату. Что вы еще вы? Там корабль, что нет, так и патроны у меня не есть, так. Странно, так, это мне не надо. Ну я не знаю, ладно, давайте тогда садимся в наш вертолет. Все, давайте, полетели. Так, давайте. Так, да. Ведь что хотя бы зеленым, в общем-то. Так, гляньте, смотрите, эти синие, вы не фиолетовые на машине. Ладно, давайте мы сейчас догоним. Так, давайте. Так, и погнали. Вертолет куда быстрее, автомобиль, это мегава, не знаю, не нормального автомобиля. Так, и... Так, что-то у нас, так, давайте. Ну, в принципе, уверен, что сбросили груз, раз мы так. Ладно, давайте полетели за ним. Так, и... Так, куда они ведут, куда? Так, я уверен, что где-то тут доставили груз, так, где тут, где груз? Так, ладно, сейчас поориентируюсь по карте, так. Ах, а, вон, я вижу, вон, видите. Так, вот она. Все, я понял. Все, готово. Пожалуйста. Давайте садимся. Так, и... Все, готово. Так, что-то еще? Так, тут красные. Так, тихо. Аккуратно. Тихо. Тихо, бог, ладно, наверное, у меня есть круто. Тихо, заряжу по звуку. Так, давайте вот это вообще грохнем. Ба. Моего союзника ранили. Тихо. Дружок, я сейчас успокойся, я сейчас там энергию постой. Так, давай. Ой, вы что, сейчас вот так вот сделаем. Так, тихо, успокойся. Сейчас я тебе дам. Я сейчас все дам, мой дружок. Жок, так. Все, готово. Валя, пожалуйста. Так, где красные? Сны. Так. У меня сейчас должна быть аптечка. Так, черт. Так, боюсь, что вон того сейчас убьем. Есть. Так, и вон того надо, да еще. Блин. Ладно, давайте вот так, мы сейчас полетим, так, есть. Так, тут никого нет, тут никого. Ой, блин, меня ранили, черт. Ты еще собрал, помогите, нет. Ну и черт-то. Ладно, сейчас я позову на помощь, а когда придет помощь, я продолжу. О, класс, так быстро. Ну все, Валя, готово, полетели. У-ху! Есть, так. Так, раскрываем парашют, есть, готово, так. Мой сотрудник, блин. Так, вот мой вертолет, так. Я, наверное, сейчас должен помочь своим союзникам, так. Так, ну я сейчас тут синим. Так, все. Блин, у меня только один пистолет, все, так. Ладно, беру. Мне насрать какие-то пушки. Ладно, все равно. Давайте. Все, готово. Так. Так, давайте нож берем. Так, патроны. Так. Так, стоп. Это моя базука и мой автомат. Все, готово. Все. Так. Ну все, давайте. Все. Ко мне вернулись мои прежние пушки. Все. Готово. Так, возьму что патроны, так, обычно, и немножко все гранаты возьму. Так. Все, где красные? Где они? Вон он, вот.
Так, черт, дрянь. Так, давай, давай. Ай, блин, мы не выиграли, ребята. Странно, ну ладно, все равно. Один занял одно убийство, сломы с другим союзником 4, а с максимально 8. Но все равно, класс, мы с русским автоматом разбомбили всех до копейки. Все. Ну вот, ребят, на этом все. С вами был я, Вов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!